фиксируется. То есть если их все натянуть разом, то вектор фиксируется, да? Но если был где-то сбой, какой-то удар, болячка, ну то есть какой-то, как бы сказать, непроработанность какая-то, то оно будет как ямка, как дефект смотреть, как дефект в прочной конструкции, дефект вот такая, как это сказать? Зажимка? Да, такой. И увидев это, то есть можно эту, ну как бы, ну, прочно совсем стоит, да? Только если мы не болись, руку дай, прочно стоит. Покачай его. Ну, так. Прочно стоит. Вот мне надо найти. Вот, я до этого добрался. Сейчас найду. Вот она. То есть, когда там, конечно, когда вы человека, то есть, знаете хорошо, это легче сделать, и тем не менее, то есть, вторую ручку уже. Ну, то есть, можно туда добраться, вот я, мне сейчас процентов, наверное, ну, 20 усилий потребовалось, чтобы добраться до этих. То есть, если только увижу, если не увижу, то есть я буду в это долбиться. Ну, то есть, и вот, вот то, что мы сейчас будем делать, на Андрея сейчас покажу. То есть мы берем вектор вот и раскатываем. То есть в идеале человек должен устаивать как? Не за счет напряжения, а за счет того, что любое движение, которое к нему пришло, оно вот по нему волной скатилось и вышло из тела, вот у него не вышло. Видите, у него волна не скатилась, он чуть-чуть застрял. Видите, волна, ну, то есть, она в зависимости от того, куда пошла. Видите, то есть сейчас я вверх волна пошла. Сейчас там волна сюда пошла, в эту сторону. То есть вот эти вещи. В идеале она должна войти волна, прокатиться по телу, он просто не успевает, выкатиться через ноги. И тогда он будет для внешнего наблюдателя как каменный стоять. То есть по нему бьют, а он немножко осел и все. Но вот, чтобы нам это наработать, надо вектору я почувствовал и начинаю ее катать по кругу. Если она, видите, у нее как тело ходит, то есть в идеале она будет вот просто крутиться по кругу, и тело не будет раскачиваться, она будет просто по кругу кататься. Я же его не пытаюсь уронить, я его просто катаю по кругу. Она совсем маленькая, почти получается. То, видите, вверх плохо раскачивается. Это говорит, что один из тяжей где-то, одно из натяжений, оно... как бы это, жесткое. То есть оно не эластичное, а оно жесткое. Понимаете, да? Это там, где дырочка, да? Да. Где зажим, где больше. Ага. Вот она. Видите, я нашел, где, что его, какая боль внутри заставляет делать, и туда. А раз здесь участок жесткий, да, то под ним будет обязательно пустота. И вот я его качаю, качаю, качаю. Вот, видите? Видите, как у него на каком-то движении, обратите внимание, плечи начинают раскачиваться. А я только таз качаю. Вот. Короче, давайте начнем делать. Если что, я подойду.